Приветствую вас, ребятишки. Так, ну чё? Фух. Ну, я так думаю, сейчас босс будет уже. О, ну да, вот уже видно какая-то херня. Ну, уже и пора, потому что, ну, реально, уже надоел этот Салазар. Блять, а чё, их сразу двое на туре, что ли, будет? Не могу понять, смотрите. Ну что, мистер? Ритуал окончен. Я отправил ее на остров вместе с моими людьми. Что? Хуя себе, блядь. Поплыл Чапаев, блядь. Пожалуй, пришел час отдать мою дань уважения вашей упрямости. Мистер Кеннеди, добро пожаловать. Почему он за всем этим смотрит, этот придурок Кеннеди? Вот сейчас стреляй по нему, блин, да? Нет, он, блядь, смотрит, пока все это пройдет. А, их сразу двоих захватило, ага. Так это оно их сожрало или что, не понять? Или типа как какой-то куда-то их забрало? Блин, прикольно, выпуск начинается с босса, причем... Я так думаю, что босс этот будет достаточно таки сложный, да? Ну это понятно, да, дверь закрылась, ты не съебался, это все ясно. Так надо ему в очко стрелять или куда, не могу понять. Ага, вот наш Салазар. Монстры. Думаю, после этого станет одним меньше. Я не очень понял, я просто думал, что когда он на меня эту пасть наставил, я думал, что опять надо будет как-то уворачиваться, а кнопки не было. То есть не очень понятно. Может, с дробовика стрелять по этому очку его. О, вроде что-то даже произошло. Ага, сейчас откроется кокон, и давайте мы туда будем херачить с нашего, да, с нашего братишки. Нормально, да? Ага. Я его в башню попал. Опять, смотрите. В таком принципе просто убивается, на самом деле, смотрите. Если вот так вот мы его и убьем, то это очень даже просто будет. А, все, у меня кончился дробовик, ребят. У меня кончился дробовик. Вернее, гранатомет, дробовик, говорю. А, да. Если это все, то это, пожалуй, был вообще самый простой босс за всю игру. Мне с Эль-Гиганты, по-моему, тяжелее бой дался. Мы, конечно, весь гранатомет натратили, да, но... В принципе... Да, это и все. Так реально, я, честно говоря, знаете, я так долго ждал этого боя с Салазаром. Я реально думал, что это будет самый тяжелый бой. Ну, до этого момента оказалось, наоборот, что это был самый простой бой вообще. То есть, блин, это у него понтов было много, у этого Салазара, да? Видите, боец, он вообще был никакой, блядь. И вообще, загасили его, даже не припотели вообще. Я же самый простой бой вообще за все время, что я играл в Резик. Еще и немножко дробовика замутили. Давайте с ней перезарядим. И ракетницу сэкономили. Я еще боялся, что мы ракетницу потратим, знаете.
Без ракетницы не справимся, а оно, видите, как получилось, что мы даже очень себе даже справились без ракетницы. Вот за Эшли, конечно, тревожно, что означает, что ритуал закончен. То есть они в нее уже внедрили этот вас плагас, да? Наверное, вторую зажигательную гранату, ребята, продадим. Блять, мне эти патроны для винтовки начали раздавать, пиздец. Просто я же ей так особо-то не пользуюсь, этой винтовкой, да? У меня уже, между прочим, 19 патронов, блядь, дополнительных. Да, вторую зажигательную гранату, наверное, будем продавать, потому что я особо этими зажигательными гранатами не пользуюсь. Блядь, да нихера себе мне тут навыдавали, ребят, это целый арсенал. Ты смотри. Ослепляюще, но тоже продавать по-любому. Вообще офигеть. Так, и тут у нас доллары какие-то, да? 50 тысяч, блядь, офигеть. Блин, а назад вернуться я не могу, да? Жалко, я бы сейчас бы... О, кстати, я там еще бочку провтыкал, смотрите. Да, я бы сейчас бы просто бы вернулся бы к торговцу. Жалко, что нельзя. Блять, еще ли пиздец, чуваки, зацените, сколько у нас пистолета, хоть жопой жри, автомата, кстати говоря, 282 патрона, немного немало, дробовика, 30-41 патрон, 3 гранаты, винтовки до хера, у нас только с гранатометом плохо делать, блять, 3 аптечки, 4 аптечки, 3 говорю, еще и зеленая трава, то есть пиздец у нас вообще... Ну, Салазар реально, конечно, разочаровал. Я же, конечно, может быть, без гранатомета мы бы с ним попроще бы справились. Но опять-таки, блин, это мое право, да. Я себе прокачал оружие, купил его, почему бы мне им не пользоваться, да? Да и даже без него я бы не сказал, что оно что-то сложное. Просто выносишь этот глаз, открывается кокон, стреляешь в него, он беззащитный абсолютно. То есть, я только сначала не понял, что произошло, когда меня сожрала эта хрень. То есть, там не было ни увернуться, ничего. То есть, это единственное, что... А так-то вообще... Бля, еще какой-то сундук, смотрите. А, он не открывается. Я сначала понял, что мы еще какой-то сундук нашли. Ясно. Я, наверное, где-то какую-то корону провтыкал или что-то такое, потому что, видите, у меня эта королевская печать есть, да, а толку никакого. Бля, и денег у меня 57 тысяч, плюс сколько у меня вещей на продажу, офигеть. Да... Бля, где торговец, ребят? О, как раз мы к нему идем, отлично. Пока что самый сложный был босс и самый вообще прикольный, да, вот. Интересно, это вот тот вот вердуго, как они его назвали. Это ебаная змея, блядь. Конец-то. Яйцо выпадет? О, яичко выпало, да. Да, это вот тот вот вердуго, а остальные, в принципе... Очень даже простые. Так, желтые травы. Блин, у меня какая хочешь трава есть, смотри, да, зеленые, 3 травы уже. А мне желтую бы найти бы. Они мне одну эту зеленку дают, блядь. Да. Это реально был самый-самый сложный босс, конечно. Я вообще думал то, что мы потом будем еще с этой левой его рукой драться. Ну, или правой, я уже сбился со счету, да. А потом уже с самим Салазаром, а оно оказывается, что они сразу вдвоем и пошли. Шпинель, хорошо. Бля, еще ослепляющая граната. А, мне уже некуда ставить, видите. Ну тогда хорошо, пускай туда полежит. Да, офигеть вы меня, конечно, блин, проспонсировали. Да что у тебя, ты вечно говоришь, у меня появились редкие товары, а потом окажется, что ты меня объебываешь, да, потому что нифига у тебя не появилось. Да, одну зажигательную продаем, потому что мне две точно не нужно. Да, наверное, вторую тоже, честно говоря, только вес занимает, если так смотреть. Я все равно, это зажигательная на натуре такая себе граната. Она никого не убивает, просто типа как, да, просто типа как коцает немножко. По правде говоря, по-моему, лучше даже, да, чтобы место было свободное на самом деле. Теперь давайте сразу подберем эту ослепляющую, чтобы ее тоже сразу продать. Вот эта вот ручная, это классная штука, а вот эта вот зажигательная. Так, еще в начале игры еще да, это неплохо, а вот потом уже, когда более-менее проходишь, то толку с нее маловато. Так, шпинель продаем. Ну, это, наверное, все равно этот королевский символ поэкономим, а вдруг мы потом что-нибудь такое найдем, кто его знает, да?
Так, купить у тебя нечего, как я понимаю, да, опять-таки? Ну да, да, хорошо. Так, продать, вернее, улучшить. Давайте улучшать, может быть, гранатомет можно? О, можно, 40 тысяч. Вот, о, как раз до максимума, вот, да, вот. Ну вот, все, мы максимально раскачали гранатомет. Мне говорили, что когда максимально раскачиваешь, то там, типа, какие-то бонусы появляются у оружия. Давай теперь винтовку мощность, кстати говоря, можно улучшить, смотрите, офигеть. Все, денег у нас больше нет. Так а что, мне ничего не написало, что у меня что-то улучшилось. Кстати, мы, да, мы же обойму у гранатомета увеличили. Смотрите, у нас теперь 10 патронов появилось. Круто. Ну да, надписи никакой нету, по крайней мере, не знаю. Исследовать. Нифига не пишет. Может, на гранатомет это не работает? Может быть, только на такие оружия, типа там пистолета, дробовика? Кстати, тоже прикольный момент, да, у тебя патроны кончаются, увеличиваешь емкость обоймы, у тебя сразу 10 патронов автоматически дается, офигеть. Да. Ну тогда дальше, наверное, дробовик будем прокачивать, разве что. Или тот же автомат, в принципе, ТМП. В общем, будем смотреть. Так, давай теперь сохранимся. Да, вот так вот у нас выпуск, видите, как начался с боя против босса, но очень просто на самом деле начался. Хорошо. Мы же правильно хоть идем, а то я что-то... Блядь, походу неправильно. Ну да, блин, наоборот надо. Во, да. Так что с боезапасом у нас, конечно, все сейчас ништячок. О, Дуся это. Здравствуйте. Тебя подвезти, красавчик. Окей. Давай. Подвезти ли тебя, красавчик? Ну что, теперь у нас остались из злодеев только этот вот солдат какой-то, которого мы так вот увидели мельком, да? Какой-то солдафон. У меня еще дела. Увидимся позже. Женщины. Ну и сам этот главный злодей, да, вот этот братишка. Не хотелось бы тебя расстраивать, но Салазар мертв. Да, похоже на то. Садлер, почему бы тебе не оставить все это и не отпустить Эшли домой? Похоже, ты разочарован в своей наивности. Просто потому, что убил мою пешку? Садлер, ты пешка. Нет, корчись в моей клетке, клетке мучений, дружок. Ой. Ну да, только я остался, что Садлер вот этот вот солдафон какой-то. Кстати, остров чем-то напоминает такую, знаете, локацию Ктулху прям. Зацените, да, такой типа как на каком-то рифе. Да, сейчас тратим пистолет и снайперку, потому что это оружие этого у нас дохерища. Прям какая-то Call of Ктулху новая, когда проходили, это похожая прям локация. И опять, да, вот и здесь тоже, смотрите, у нас два варианта, куда идти. Это, я так понимаю, по сюжету, видите? А это вот просто вот типа исследуй, да, если хочешь. А, нельзя. Чувак, что-то я не понял. А, вот, можно. Угу. Ну, тоже момент, да, вот ты можешь забраться на какую-то хрень только с правильной какой-то стороны, если подойдешь, да, вот, то есть ты, блядь... С той стороны подходишь, все, ты уже не заберешься. Этот момент немножко такой тоже придушенный, если честно. Ну, в принципе. А ну вот, разве что изумруд мы нашли. А так-то, в принципе, да, если бы мы сюда бы не забрались, то по большей степени бы ничего не потеряли.
1100 песо, 13 не деньги, да, мы буржуи, резидентские буржуи настоящие, поэтому нам эти 1100 песо. Это сраки вообще, так вроде бы слышно эту дусю. У меня что-то подозрение, что нам надо эту хрень правильно сломать или неправильно. А, правильно, да. Будева еще гениальный, да, вообще парень. До всего догадывается. Так, какой-то братишка я куда-то унес. Кстати, по-моему, моделька этого чувака была необычного стандартного зомби, да? По-моему, тоже какая-то такая прорисованная. То есть есть подозрение, что это... босс, что ли, тоже какой-то будет или что? Что это было, блядь? А, нет, тут просто новые зомбаки, видите? Бля, новый какой-то вид зомбака. Офигеть. Тоже, кстати, круто, да, вот в деревне одни зомбаки, вот на остров попали, тут уже какие-то совсем другие зомбаки. А, с него взять нехер, да? Такие звуки еще... Хуя себе, блядь. Братишка, ты бы успокоился бы, бля, ёпта. Да, блядь, ну пиздоватое управление. Ну, блядь, ну хоть убей, а управление, блядь, пиздоватое просто. Ну, блядь, ну пиздец, да, ну реально, меня это просто вымораживает, если честно, вот иногда. Ну, блядь, управление реально припизденное, блядь. Вот, блядь, ты, блядь, целишься, тебя костуло. Блядь, ну бред ёбаный, да? И вот, блядь, пиздец нахуй. И оно берет тебе прицел, возвращает стандартное положение. Ну, блядь, это идиотизм вообще редчайший просто какой-то. Да, куда-то влево тебя поворачивает прицел автоматически. Тебе приходится заново, блядь, целиться, тратить время, которого нихуя нету, блядь. Гениальный момент, блядь, абсолютно. А где этот братишашечка, которого я ебанул? Рэмбо, хуй, зомби Рэмбо, блядь. Ой-ой-ой. Кстати, тут можно наверх подняться. Может, его с вышки лучше будет гасить, говорят. А где он? Ёб твою мать. Так и спрыгивай, долбень. Ой, блядь. Да ёпта, блядь. Так, ну братка мы загасили, это главное. Что у нас за оружие такое, кстати, смотрите. Все, наконец-то, блядь. Тут тоже момент, они бесконечные, или им все-таки есть какой-то конец?
А, вроде все, музыка перестала. Бля, вот так приветствие на острове, да, я, честно, аж подофигел. О, давайте, наверное, вот что сделаем. Давайте, наверное, объединим эти две зеленки и используем, да. Во. Оно как раз лечит не очень сильно. И от травы-то избавимся, а то больно много у нас ее. Ну что ж, хорошо. А, кстати, вот еще зеленка, это пиздец какой-то. Нет, это зеленой травы, что-то не чтобы желтой дать, да, или тот же красный, в принципе. Они нам одну эту зеленку дают, блядь. Да, тут, конечно, еще большой вопрос, куда нам идти вообще. Очень много вариантов. Но этот зомби Рэмбо, конечно, капец, блин, да, пиздец живучий. Ты сколько, мы у него с ракетницы 3 раза, по-моему, пальнули, или даже 4. Пока он сдох, это офигеть. Так, наверху там ничего, по-моему, уж не было, да, и хотя я толком там не посмотрел. Давайте, может, вернемся. А, есть что-то, вот, смотрите. А, к магнуму, правда, патроны, но... Поверхность вращается, повернуть, да. Наверное, вот так вот надо. Хер его знает. Что-то какой-то сложный момент. Ладно, давайте пока спрыгивать. Да, чувствую, я тут буду еще дупля отбивать, что делать. Ну, наверное, чтобы зеркало смотрело на зеркало, как-то надо, да, сделать. Просто очень много помещений. Какой-то. Кто там что кричит? Ага. Все, да? Взять с тебя нечего, ну и хрен с тобой. Да. Да, видите? Ага, понял. То есть лазером надо, чтобы типа все зеркало... Кстати, а это что за хрень? Что это такое, смотрите? Кажется, это окно с сенсором. Может, его разбить надо? Нет. Ага, под лазер попадать можно. То есть сначала, знаете, подумал, что я его запустил. А под него нельзя будет попадать. Так это что за ящики? Нет, это камни вообще, хорошо. Так, что тут у нас, что такое? ТМП-патроны. А как нам повлазить на все эти хрени? Нам, походу, туда вот надо вылезти. Надо, давайте смотреть. Ну, так вот именно, нам, походу, надо сюда вылезти. А как это сделать? Чё-то я не очень понимаю. Тут лестницы ведь никакой нету. И чё? Блять, сложно нахуй. Тут единственное, вот тут вот была эта лестница, да? Да, вот. Может, как-то с нее можно будет куда-то перепрыгивать? Ну да, нам вот туда вот как-то надо попасть. Я не могу понять как. Тут мы даже вроде бы выставили, я так думаю, что мы даже как правильно выставили, но вот. Я вижу, нам походу надо залезть сюда, а как это сделать, что-то я не очень врубаюсь. А, вот еще, смотрите, какая-то вышка. Кстати говоря. А, так вот. Нам теперь надо вот тут херню повернуть сюда. Наверное, вот как-то так. Так, тут ничего не берется, спрыгивай. Вроде бы теперь ясно. Теперь надо вернуться вот сюда, да.
Так. И вот эту теперь шляпу повернуть. Сюда, я так понимаю, да? Или вот сюда? А, во! Угу. Ну, в принципе, было несложно. Я просто сначала затуплюсь, думал, что надо обязательно в ту комнату попасть, но видите, нифига подобного. Нам туда вообще не надо было. Так, а как нам теперь... Блять, я потерялся, сука, в этих двух камнях, блять. А, во-во, наконец-то нашли. О! И оно нихуя не сохранило, мне сейчас надо будет заново выставлять эти лазеры и валиться с пулеметчиком, да? А, нет, слава богу, блядь, до этого не дошло. Сука, моменты, блядь, бежу. Вот всем же хороша вот игра, но вот нахуя было делать эти вот моменты с этими вот камнями, с этими вот кнопками, это, блядь, просто какая-то загадка века, знаете ли. Это реально не идиотизм, блядь, конечно, редкий. Вот еще когда две кнопки одновременно надо нажать, то я еще успеваю, да? Как правило. Вот когда вот эта вот херня, то что там надо вот поворачивать мышкой влево-вправо, то я, как правило, ни хера успеть не могу. Так, 900 PS. Зачем мне столько зеленой травы выдают? Это какой-то капец, чуваки. У меня этой зеленки, я не знаю, уже хоть жопой жри, да? Три штуки, блядь. Просто зеленка, она прикольная, когда тебе ее дают в комплекте, что называется, там... с условной желтой травой там или красной, а когда вот так вот только одна зеленка, то тебе в ней смысла какого-то особого-то ведь нету, потому что лечилка из нее получается такая себе. Да. Да, лечилка из нее получается такая себе, и так с ней ни хера не сделаешь. 1500 PS. Так, теперь нам перестали выдавать патроны, да? Теперь нам выдают, блядь, ой, сука. Теперь нам выдают в основном эти, блядь. Ага, тут делать нечего, я понял. Траву и пессу. Хуя он слепенький, смотрите, блядь, братишка, у тебя что, катаракта, что ли? Я прямо за тебя стал. Блин, лечи зрение, братан, это вообще ж печалька полная. Так, взять с него нечего, да? Хорошо. В принципе, по идее, можно с этой пушки снять оптику и пользоваться ей так, потому что так ты с ней в ближнем бою не подерешься, конечно. А дальние в резике, прямо скажем, бывает редко, да, в основном все-таки это ближний бой здесь. Что такое? Ага, давайте тоже винтовку, потому что на винтовке это раздают не знаю сколько, я уже не знаю, что с ней делать. О, братишка в противогазе. А еще все. Ой, все. Вроде как да. Ну да, будем винтовку тратить, потому что я же нам эту винтовку раздают, он опять винтовка.
Надо хоть как-то ее тратить, потому что продавать ее не очень прикольно. О, ну хоть красная трава, спасибо. Да, продавать эту винтовку не очень прикольно. Объединить с красным. Блин, у нас аптечек, чуваки, раз, два, три, четыре, пять аптечек. Причем все аптечки шахеренные, которые нифига себе как лечат. Что забавно. Так, конкретно здесь вроде бы как делать нечего, да? О, изумруд нашли. Падла, снайпер хуев. Ну вот винтовка пригодилась. Вроде снайперов больше нету, да? Да, надо будем пытаться в основном винтовкой драться, потому что я же мог к ним патроны выдают, а... Ой, а что это было? Кидай динамит. Я чуть не очень понял. А у него каска. Вообще жесткий браток. Так, ну что, давайте лечиться. Кстати, остров пока что, знаете, такая локация. Кстати, как этот свет вырубить? Не могу понять. Ага, вон, вижу. Хотя вижу, но не попадушь, да? Ну да. Жалко, ладно. Раньше с той же винтовки попробовать, но мне что-то впадло. Да, остров пока что такая локация очень сложная, знаете. Ой, блядь. Офигеть, что творится. Ого. Блин, тут движуха такая этих зомбаков. Вообще, жесть, зацените, да? Вынес? Да. Блядь. Пистолет кончился, офигеть. Все? Да, это пиздец какой-то. О, там еще один подошел. Тогда ладно, наверное, пришел время. Да, честно говоря, пока что этот остров пипец, какая локация сложная, да? Если честно. А вот пистолет. А что тут делать? Переключатель нажать, да? Ага, то есть это просто дверь открыть. Все оказалось довольно-таки просто. Хорошо, так, а туда подняться можем? Да, вообще, офигеть, сижу, локация сложнейшая. То есть, с самого начала мы только в нее попали. Так, это тоже слепенький. Тут столько этих зомбаков, причем зомбаки прям такие настоящие, как будто они, знаете, какое-то войско, которое охраняет свой штаб, да. И тут офигеть сколько, все хорошо подготовлены, там, со снайперками, со всеми делами. А можно было такие, да? А, его нельзя, видите?
Да, оно не ломается, видите. Ой, там кто-то бежит. Ага. Да это капец какой-то. Так, это походу последний был. Да, прям вот реально такой вот остров, жюрю, как будто охраняется этими зомбаками, знаете, прям... Какая-то такая маленькая армия у них тут целая. Опять зеленая, да? Да это пипец, я жил, они одну эту зеленку дают. Офигеть. Везде типа какие-то такие форпосты, блокпосты у них, да? Офигеть можно. Так как мы там шли сюда, по-моему? Что у нас, кстати, по карте? О, там как раз будет аптечка, ну, вернее, торговец и контрольная точка, где можно будет сохраниться. Отлично. Welcome. Фух, ё. Тяжковато вам эта глава далась, так купить, у тебя есть что-нибудь интересное? Ну, карты сокровища я эти не беру, честно говоря. О, киллер у него какой-то появился, тоже какой-то пистолет, видите? 45-го калибра. Кстати, к нему патроны, по идее, будут свои, видите? Знаешь, я просто вот в этом плане не вижу смысла брать еще одно оружие, потому что, честно говоря, у меня места мало в рюкзаке даже для моих уже видов, а я же, походу, больше уже рюкзака не будет. Ну, размера большего, да. И поэтому появляются новые виды оружия, но я не могу понять для чего, потому что я же, ну оно ж не вместится все туда. То есть даже если патроны к нему будут отдельные, походу отдельные к нему, да, я же, оно просто уже не будет вмещаться, потому что я же, мне и так сейчас там не очень хватает места для аптечек и патронов, то есть, блин. То есть появляются новые виды оружия, но я же, ты в них особого смысла просто не видишь. Ой. What are you selling? Так, вот магнум патроны продаем. У меня вот даже для винтовки вот патроны уже пытаюсь особо не подбирать, видите, потому что получается, что... Изумруды продадим, да, получается, что... Так, каратель перезарядку. Давайте оружие будем, наверное, прокачивать, емкость обоймы. Кстати, вот еще немножко, и мы сможем ружье на максимум прокачать емкость обоймы. Проверим еще на его примере, вот правда ли, что... Прокачиваешь максимально какую-то волыну, и тебе дается бонус, потому что, я же говорю, я пока что прокачал гранатомет, и ничего такого не увидел. Да. Вот как раз мы проверим это уже на деле. Так. Давайте в натуре, наверное, тратить нашу эту, потому что, я же, у нас ее много. За прикол? А чё такое? Опять. Кстати, одним выстрелом можно сразу две башки снести, видели? Это было, кстати, очень прикольно. Я стрельнул один выстрел и сразу двоим башку снес. Офигенно. Кстати, тоже классное оружие, на самом деле, винтовка, смотрите. Я живу, жалко, что у него нельзя скорострельность повышать, потому что если бы можно было бы ему скорострельность повысить, то вообще это было бы, возможно, одно из лучших видов оружия на самом деле. Но скорострельность у него хромает, и из-за этого, в принципе, к нему есть вопросы определенные. Так, ну тут вроде бы как только один у нас вариант, в принципе, да. Так, так, так. Это опять долары. Да зачем мне ваши долары? Не, хотя сейчас нужны, да, да. Мы же как раз дробовик раскачаем на максимум. Я так понял, что вот там пишущая машинка, что ли, да? Да, судя по всему. И нам туда вроде бы как и надо. Но мы давайте сначала все здесь осмотрим. Да, что у нас тут такое? О, в мусорке зажигательная граната, прикиньте.
Ты один тут, братишка? Ну тут бухла, смотрите, сколько. Это какой-то зомби-алкаш был, видите? Вроде один. Не бьющиеся банки и бутылки напоминают о старых временах. О! За ружье спасибо. Да, это зомби-бармен, видите, у него тут целая кладовка. Вот что это такое. Бэх. Мухами воняет, блядь, а. Кстати, это было вообще охуенно. Особенно, кстати, если еще взять тот момент, то что... Это же опять-таки это место, которое мы могли попасть, могли не попасть, да? То есть я чисто решил поисследовать, нашли, и реально такой скример, братишка горящий, выбежал. Или это все-таки было обязательное место, что-то я не понял. А, не, вот так мы походу и выйдем, видите, да, там дальше, типа, какая... А что тогда было за дверь, я что-то не понял. Может быть, там, типа, два пути, выбираешь, какой хочешь. А, мясо протухло, а я бы сейчас отведал свежий бифштекс с кровью. Ну да, это мясо, братишка, я бы тебе не рекомендовал бы кушать. Может быть, тут, типа, есть два пути в натуре, что ли? А, не получается, наверное, закрыто с другой стороны. А, ну, то есть это была, значит, обязательная дорога, все-таки, которой мы пошли, понятно. Так что ничего подобного. Я сначала был обрадовался, типа, опять-таки, за исследование ты вознаграждаешься, но нет. Не тот случай. О, слышно нашу эту Эшли. А кто он такой? Нифига себе. Ёб твою, блядь. Ну, у меня с тобой будет другой разговор, братан. Кстати, странно, он не выходит почему-то за ту хрень, но мы сейчас мы ему найдем. Мы найдем, чем его удивить. Все? Вроде бы когда? Я не могу только понять, по мне кто-то стреляет с арбалета, судя по всему, а кто непонятно. Ага. Блин, я тоже не могу сюда по ним попадать, похоже, да? Ты бы дострелялся, братишка, да? А, ну этот гладиатор, кстати говоря, он не босс. Я сначала подумал, что он типа как босс какой-то, да? Он, видите, он очень просто убивается. Точно так же, как обычный противник. Ой. Да иду я, Эш, ёб, ты слышишь, я занят немножко. Блин, ты сдохни, блядь. Ты посмотри на этого придурка, а. Конец. И то он не сдох. Офигеть. Так, что по карте? Я так понимаю, нам надо туда идти? Ну да, да. Но мы давайте сначала сюда спустимся. Тоже со щитом, братишка, видали? Вы меня заебали уже немножко, ребята. Все. Натратил на придурков. Да еще и потрепал меня так, в принципе, неплохо. Но зато мы нашли тут красный камень. Какой-никакой, но камень. Что было в мире, они съели?
Что-то я не очень понял вопрос, что было в мире, они съели, что ты, блядь, что ты несешь вообще, братан? О, кстати говоря, вот вам желтая трава, отлично, я прям ждал этого момента. И как раз используем, да, мы ХП подаем, да, максимальный запас, и заодно подлечились неплохо. Здорово, здорово. Хелп, ёпты. Чё, погнали. Так, я думаю, тут, наверное, даже лучше, чуваки, взять уже наш дробовичок, да. Тут такие коридоры будут, и они, наверное, будут вылазить из-за углов, как я думаю. Эшли. А, нет. Леон! Так, она в одной из камер, да? А чё он смотрит, стоит, придурок? А как они догадались, что типа кто-то там в камере? Камера же была автоматически включена, я так понимаю. Как они догадались, что там Леон смотрит, да? Аматоры. Держись, Эшли. Я иду за тобой. Чё-то я не очень понял. А где я? Они отключили камеру. Так, фотографии Эшли и всякого говна. Шкафчики... О! Шкафчики обыскиваются, между прочим. 5000 нашли. Блин, нам бы с охраночку. А она что-то совсем не скоро. А, нет, как раз таки скоро. А, нет, это торговец. М, это ж торговец, да, а не с охранка. Да. Кстати, тоже странный момент. Торгаш есть, а с охранки нету. Обычно наоборот бывает, да? Вот когда и торгаш, то и с охранка рядышком, а здесь почему-то не так. Да-да-да-да-да. Ну ладно, ребятишки, давайте мы, наверное, на этом наш выпуск закончим. Вот. А в следующем тогда уже, короче говоря, поторгуем с братишкой, проверим тир. Вот. Да, проверим тир и... Хе, прикольно, можно даже стекло разбить, чтобы свет падал. А, это... Братишка, тебя теперь светлее. Прикиньте, торговца можно шлепнуть. Кстати, вот это нежданчик. Я, честно говоря, все время, что я проходил игру, я думал, что торговец бессмертный, да. Я по приколу по нему сейчас стрельнул, оказалось, что его можно убить. Теперь мне точно придется перезагружаться, ребят, офигеть. Я просто реально, я что-то по приколу стрельнул, я реально думал, что он бессмертный. Век живи, век учись называется, да. Ладно, да, тогда в следующем продолжим наши поиски Эшли. Все как всегда прикольно. Ты из локации в локацию переходишь, но все очень интересно, тебе правда все нравится. Класс, класс. А если по ракете стрельнуть, она взорвется? А, по ней нельзя стрелять. Жалко. Да, ну ладно, давайте на этом наш выпуск заканчивать. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.